У американских коллег опечаточка, что называется, по Фрейду. CNN перепутал Бен Ладена с Обамой. Минуту в эфире висела бегущая строка. Морского пехотинца, утверждавшего, что он убил Обаму, подвергли нападкам. Скриншот тут же стал гулять по соцсетям с подписями типа «Ничего себе, морпехи-то из-под контроля вышли». Или, например, так «Кого-то только что уволили».